Сегодня мы с вами будем устанавливать ток LamaFast с помощью моей инструкции. Открываем GitHub, листаем до Installation. Теперь установим CUDA Toolkit 11.8. Открываем в новой вкладке Windows 64 11.exe. Скачать. Когда скачается, устанавливаем. Все по умолчанию, далее, установить готово, все, что предложится, соглашаемся. Когда все установится, я не помню, нужна перезагрузка или не нужна. Если выключить перезагрузку, то перезагружаем. После чего возвращаемся к инструкции, скачиваем последний релиз ток LamaFast. Кликаем, находим zip, скачиваем. Zip скачивается быстро. Дальше нужно скачать модельку Виспера и модельку Ламы. Для русского эта ссылка скачивается. А, нет, не скачивается. Сперва скачаем Виспер для русского. Кнопочка скачать. Вот она, скачивается. И скачаем Мистраль для русского и английского. Кнопочка «Скачать». Так, сперва нужно скачать и установить Миниконду для винды. Ага, Windows. Скачивается, отлично. Так, Миниконда скачалась. Установим ее. Тут нужно установить одну галочку. Вот эту. Add Miniconda to my path. Отлично. Закончили. Мы скачали ток LamaFast, его нужно распаковать. Давайте прямо сюда распакуем. Так, мы распаковали ток LamaFast прямо сюда. Вот оно распаковалось. Открываем папочку XTTS, сюда кликаем, пишем cmd. Копируем построчно. И оно что-то тут устанавливает. Соглашаемся. Угу. Копируем следующую строчку. Скопировали. Питон. Соглашаемся буквой Y на клавиатуре. Это, наверное, надолго. А нет, смотри, как-то все быстро. А теперь устанавливаем мой XTTS API сервер. Установилось. Дальше устанавливаем Torch. Так, Torch установился. Устанавливаем XTTS. Так, установился TTS. Деактивируем эту конду и создаем новую. Если у вас здесь не было ошибок. Если есть ошибки, то читайте вот тут вот пункт. Так, создаем новую конду Extras. Да. Создали. Активируем. Устанавливаем Python тот же самый. Да. Устанавливаем Git. Да.
Клонируем Сили Экстрас мою. Оригинальная не подойдет, нужна моя. Меняем директорию и устанавливаем требуемые пакеты. Так, Сили Экстрас установилась, теперь меняем путь на Modules, туда клонируем мой Wavtulip. Еще раз меняем путь и устанавливаем Wavtulip. Деактивируем конду. Теперь нужно найти XTTS WAVTULIPBAT. Он у нас... Вот он. Нужно изменить директорию output на ту директорию, где у нас установилась Сили Tavern Extras. Нужно вставить ее сюда и заменить слэши на двойные слэши. А возможно, с одинарными слэшами тоже сойдет. Но здесь внимательно нужно в конце тоже два слэша поставить. Если не поставите два слэша, работать не будет. Так, изменили. Если у вас 6 или 8 гигов RAM, измените NGL на 0. Давайте сразу изменим. Как будто у нас мало в RAM. Так, так, так. Вот в этом бате. Открываем, ищем NGL. Это количество слэв, которые будут отданы на видеокарту. Сейчас ни одного слоя не будет на видеокарте. Это позволит нам сэкономить очень много RAM. Так, скачайте FFmpeg. Качаем. Вот этот full. Я уже его скачал. Теперь надо его распаковать. Сейчас давайте еще установим FFmpeg. Где-то его тут скачали. Извлекаем все. Извлечь лучше в хорошую папочку, не в загрузке, куда-нибудь там в свою папочку софта, чтобы она там лежала хорошо и постоянно. Так, теперь нужно прописать этот bin в переменные среды. Мы здесь вот пишем перемен. Находим изменения системных переменных среды, кликаем. Переменные среды, кликаем. Здесь находим папочку path вверху, нажимаем изменить, создать и копируем сюда путь до папочки bin. Вот так вот, чтобы bin тоже была. Создать, вставить. Отлично. FFmpeg прописан. Надеюсь. Тут я рекомендую установить какую-то библиотеку, но без нее тоже работает. Если будет проблема, то установить его по умолчанию, но так работает, только ошибку будет выдавать. Теперь в папке Sivli Tavern Extras нужно что-то там запустить. Так, где я тут потерялся? В папке запустить Sivli Tavern Extras. Запустили. Отлично. Папки XTTS запустить другой бат. Ага. Вот этот.
Так, вот у нас что такое? Что-то устанавливает. Ага, на первом запуске он качает чекпоинт в автолипа. Короче, видимо, DeepSpeed серверов GitHub не хочет качаться. Такое репортили в чате вчера. Он не может скачать его, поэтому закрываем. Активируем какой-нибудь VPN и запускаем XTS еще раз. Вот это. И тогда он нормально скачает DeepSpeed. Возможно, у вас скачается нормально, без VPN. Потому что у меня раньше скачивалось нормально. Буквально несколько дней назад перестал качаться. Да, вот он скачивает DeepSpeed. Вон, сейчас еще модельку будет качать. Не надо нам по VPN качать модельку. Это же долго будет. Моделька XTS скачалась. Надеюсь. Что такое? Это оно? Это не оно. Какая-то старая комната. Можно закрыть. Сейчас XTS загрузится. Чтобы запустить токламу, открываем папочку, которую мы разархивировали. Да, запустилась. Находим что-то там в автолип.ру. Дабл кликаем. У нас тут кириллица какая-то, ну ладно. Что пишем? Невозможно. Забыли положить. Сейчас положим модельку скачанную. Скачанную модельку Мистраля и Виспера. Кладем прямо сюда. Да. Запускаем в автолип.ру. О, привет, ты тут? Алиса. О, отлично. Так, все работает. Просто медленно, потому что я загружаю LLM-ку чисто на процессоре. Нет. Да, она меня слышит. Все отлично. Всем спасибо.